Здравствуйте! С вами снова интернет-канал Максимадзе. И... Чё хочу, то ворочу. Воротило вместе с нами играет Dead Space 3. В общем, мы попали на хрен знает. Мы, в общем, попали на сюда. Так. Да, тут там какая-то лаборатория, тут фуникулёры видно. Сломались. Мы попали, короче, хрен знает куда. Сейчас будем разбираться. Так, да, что-то лестница это шатается. А ну ладно. Да ну, лестницы тут все крепкие. Я что-то не замечаю на то, чтобы она шаталась. Как-то тут лестница. Ой! Что это там так? Блин! Да. Что там? Что это было, блин? Я сглазил. Ну как всегда, мы снизу, они сверху ждут нас. Я не сомневался, что именно так. Девчонкам постоянно везет. Опять вниз надо идти, что ли? Как спуститься-то? Мне нужен станок и гардероб. Срочно! Да, ты думаешь, он тут есть? Они бывают в помещении обычно. Так, проверим. Ну, там какое-то помещение было. Надеюсь на это. П-29. Это же надо такие тут махины построить. Так. Тем более это не земля. Опа, там монстры. Division Facility. Смотри, обелиски замороженные. Тут монстр какой-то бегал только что. Ты смотри, обелиск. Да, я вижу. Тут монстр какой-то только что был. Да какие тут монстры? Ну только что кто-то пробегал. Да тебе показалось. Наверное, может это опять галлюцинации? Может быть и так. Я реально кто-то там пробежал. Головастик какой-то. Я ничего не видел. Ну а я видел. Так, патрончики. Дайте сюда патроны. Открывайся. Блин, а тут станка не было. Тут, наверное, не... Люди Даника. Даник. Я бы хотел бы зам... Я бы хотел бы... Я бы хотел бы пулю в висок этому Данику запустить. Надеюсь, мы это когда-нибудь сделаем. Да, точно сделаем. Иначе мы никак не пройдем игру, не избавимся от всех этих проблем. А ну, открывайся, зараза. О, господи. Еще одна мини-игра. О, моя любимая, кстати. Ты там прям как настоящий инженер. Хотя Айзек Кларк... Блин, не надо не туда нажал. Айзек Кларк, он и есть инженер. Да, не сомневаюсь. Открыл. Погнали дальше. Биолаборатория. Ну, открывайся, дурацкая дверь. Вообще-то я не зашел, поэтому она не открывается. Ну, так ты заходи, чего ты ждешь-то? Я читаю, биолаборатория только для научных сотрудников. Интересно, что там за биолаборатория? Опа, опять эти психи. О, блин! Воу! Я стараюсь убивать его. Только он хочет, что-то не хочет нападать. А это что за чудик в костюме? Сдохни, 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 тварь ты! А! Тут большая безобразная тварь. Сзади! Да блин, ну откуда их столько, а? Это ты стреляешь такими лазерными пулями? А, у тебя такой же пулемет. Так, гардероб здесь есть. А вот станка что-то я не вижу. Да блин, ну сдохни ты уже наконец, а. Вот этот вот такой костюм не у этого был, получается? Не знаю. Не у Роберта?
Нет, это не, нет, это не он. У него, я помню, такой толстый, толстый костюм был прям. Станок. Ты нашел станок? Гардероб. Я тоже нашел. У Роберта был толстый вообще такой голубой костюм. С белым. У тебя новый костюм есть? Не знаю, я тут... Станок. Использую. Ого, сколько ресурсов-то. Охренеть, просто не встать. Да блин, ну... Хватит уже. Давайте предметы. Мне нужно... Мне нужно обойма. Очень много, очень много, очень много. А у меня там падет. И аптечки, целые большие аптечки. И обойма нам нужна. Она очень сильно. Че я наговорил сейчас вообще? Мне, честно говоря, пофигу на новый костюм. А у тебя есть новый костюм? Может и есть, но мне пофигу, честно говоря. Да посмотри, давай так. Я хочу побыстрее, чтобы это все сделалось. Костюм легионера был разблокирован. Ну давайте, ладно, поставим. А костюм его. Снайпера у тебя есть? Снайпера? Сейчас посмотри. Легионера есть, археолога. Не, нету. Костюм легионера. Одеваю, блин. Снайпера нету. Странно, по идее, у тебя должен быть костюм снайпера. Нету. Па-пам! О, нет! Да, только он не золотой. Переодевайся в другой. Такой я хочу. А, это костюм снайпера. Тогда оставляю. Это костюм легионера. Ну, ладно, оставляю. Так он называется. Чё ты сказал, снимай костюм, я хочу такой? Блин, нет, ну ты нет, высокомерный. Это... Прикинь, у меня даже не прокачана броня и здоровье. Тут нужна ключ-карта какая-то. У меня ничего не прокачано. Собирай даже дурацкие патроны и беги. Это я не тебе, это я себе сказал. Открывайся. Открывайся, давай быстрее, я устал тебя уже ждать. Дверь дурацкая. Ух. Это что, тупик? А, это лифт, я думал, это чепухня какая-то. О, вот это костюмчик. Иди давай сюда, хвастайся. Вот это костюмчик, сейчас я его одену. Вот это один из моих любимых костюмов. Я на киборга на какого-то похож, честно говоря, в этом костюме. Ты посмотри, какой красавец. Ну ты иди сюда уже быстрее. Ну сейчас я его одену. Все, иду. К лифту. А, так мне еще в станок надо зайти. Да блин. Тут лифт с кожей какой-то непонятный. Кожа как у дивана. Красная. Я вообще думал, что это чепухня, кладовая какая-то непонятная. Это лифт. Так, оружие. Блин, нету моего. О, может я без тебя поеду? Нет, а нет, нельзя. Так, ладно, жди, я сейчас буду оружие собирать. Ой, быстрее давай. Блин, одним нажатием он два патрона выстреливает. Ага, фиг вам. У меня даже нету ничего, блин. Да сюда ты уже иди. Сейчас, сейчас, типа. Иди сюда, блин. Ожидание. Что там заснул? Что там спишь, что ли? Ой. Да тут, да тут в лифте диванчик есть. Да? Ну точнее не диванчик, а кожа от него. Сюда давай уже быстрее иди. Блин, не оружие. Не того, чтобы создать да оружие. Быстрее уже сюда иди. А, я стал уже ждать. Абсолютно ничего нет. Да блин, так вообще нечестно. Да быстрее я уже. Я что ли? Да, быстрее давай. Я бегу. Да, давай, беги уже. Ух, наконец-то.
Я уже задолбался тебя ждать. Подушки, ну смотри костюм. Видишь, кожа какая в лифте. Ну да, ты тоже на киборга похож стал. Посмотри на мои глаза. Да, я заметил. А на мои глаза у меня синие. Вот я красные. А эти штуки не взорвутся, если по ним быстрее? Не взорвутся. Что-то мне эта биолаборатория не очень нравится. Зато отличный лифт. И тепло. Жалко, туалета нет. А там кто, Элли, что ли? Да. Так как она... Так-то, а? Так, тут завалено, здесь не спуститься. Это уже 11-я серия, да? Обработка. Хватит обработка, открывайся, блин. А это что за мини-игра? Это не активно. Открывайся, зараза. Собрать образцы Розетты. Смотрим. Обследовать базу снабжения. Обследуйте, защитите оружейный склад. От кого защитить? Опять монстры будут? А, ты что, не вызвал, что ли? Давай вызывай. Кого вызывать? Где? Кусок Розетты. Ну где я? А, я когда подошел, она неактивна была сначала. О, блин, она сквозь мою голову проехала. Ну-ка. Ой, нет, не надо, кнопку нажал. Да! Ты чё кидаешься-то? Она, правда, мне через голову проходит. О, нифига себе, придумали лифты. Залази. В печку в эту, что ли? Залази, это лифт. Залази. Залази, как я туда залезу, ты чё? Я прокатился там. И умер бы. Fuck you. О, еще образцы. Здесь прям где-то. Нет, это она же, скорее всего, приехала. Просто сверху. А, да, точно. Одна приехала. Теперь нам надо по всей лаборатории собирать эти штуки и сюда их отправить. Именно в этой комнате, по сути, да? Нет, не в этом. В других. Блин. Ну, хотя, с другой стороны, правильно, это было бы слишком легко. Но, может, в этой комнате тоже есть? Хотя я что-то не наблюдаю. Может, на потолке есть? И на потолке тоже нет. Ладно, погнали тогда в другую комнату. Иди сюда, открываем дверь. Ну, чего ты ждешь? Пошли. Эй. Чё? Куда идти? Пошли, чего ты застыл, блин? Ну так ты видишь, дверь не закрыта. Блин, как нам выйти отсюда? А она пишет, ждите. Да блин, я задолбался пропуск. Ждать, открывайте. Да пропуск надо взять. Пропуск. Что я взял? Взял? Давай. Открывайся, дурацкая говна. Так, стекла не разбиваются, как печально. Опять на лифте ехать? Я говорю, роли на руке, а мы на гелике. И нам что, прям тащить их, удерживая кнопку? Ну-ка, а здесь ничего нет? Я нашел какую-то комнату. Открывайся, дебильная. Блин, тут нужен ты. Ладно, я за тобой пойду. Где я? А, мы, наверное, вышли оттуда. Ой, личинка! Тихо, аккуратно, подходи. Аккуратно. А, робот-то вот. Ты туда ставил, что ли? Я его просто оставил. Ты по сторонам смотри. Yeah, watch your step. Смотри, потный.
Да, да, да. Ой, вот оно. Ой, что это за мерзость? Это лифт какой-то был. Но тут да, заросло личинками все. Какими-то. Ой, о, блин! Они надо везде. Будет, я сказал, смотри под ноги. Слышишь звук? Вот где она? Да блин! Меня разорвало на кусочки. Ты зачем пошел вперед, надо же было смотреть. Я не знаю, как. Ой! А как пройти мимо них, стрелять по ним? Ну умирай ты, зараза. Личинки дурацкие. Почему тут личинки? Тут куча комнат, сбросы, сбой энергосистемы. Так, осторожно, тут могут я быть. Я слышу, личинки. Но не вижу. Я, но я слышу, и что-то двигается. О! Вот здесь что-то двигается в этой жиже непонятной. Ну жижа и двигается. Давай, заходи. Дезинфекция. Ошибка, газовый насос отключен. Блин, теперь надо газовый насос включить. Wait, you're not thinking we should mess with the sterilization system, are you? Maybe. Isaac, it's gas that eats your face. Isaac, это газ сожжет тебе лицо. Да что ты говоришь? It's gas that eats your face. Это газ разъест тебе лицо. Да не сомневаюсь, но я в шлю. Ой, а тут личинок-то завались просто. Личинок. А нет, это не личинок, это монстры. Которые атакуют нам прям, когда мы едем. О, опять эта хрень. Блин. Короче, теперь моя очередь. Я буду взламывать систему. А сражаться ты не будешь? Давай ты будешь. Надо кому-то нужно это включить. Готово. Я сделал. Написано опасно для жизни. Тут все опасно для жизни, поверь мне. Это точно. Вон куча монстров везде, на каждом шагу какой-нибудь газ. Или что-нибудь еще, блин. Ты что, лифт сломал? Не, ну я врубил систему, написано, лифт отключился. А что делать-то надо? Так а лифт, да ты не врубил. Опять монстры! Но я поставил обе стрелочки на зеленые эти. Ай! Тварь, 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 гадкая. Что же ты все-таки... Гадки. Лифт, лифт, да не на зеленый. Ладно, попробуем еще раз. Не до конца на зеленый, да? Чуть, блин, на красный. Так. Да не туда нажимаешь, дебил. Переключайся. А, это уже включено, ну-ка. Да блин, как их много-то, а? Да что такое, а? Меня... Блин, когда... Блин, когда монстр касается кого-то, меня выкидывает из мини-игры сразу же. Да ё-моё. Защищай меня от монстров. Ай! Меня не убивают. Так, ну-ка, давайте-ка 90-ю берём. Да блин! Когда монстр касается тебя и выкидывает из мини-игры, это вообще очень бесит. Да блин! Какая бесячая мини-игра! Ну-ка, 50-ку можешь попробовать. Есть! Я включил! Они обе на зеленый вроде бы. Не знаю что, но они обе на зеленый стоят. Побежали быстрее. Все. А куда бежать-то? Сюда? Давай протравим тут всех нафиг. О, блин, я уже, честно говоря, заморочился с этой игрой. Мини-игрой. Сейчас мы их всех протравим тут.
Ты уверен? Ну, надеюсь. О! Ой. Да, да блин, они появляются из воздуха, мне кажется. Они... Побежали! Откуда они тут появляются? Тут нигде нет ни дырок, ничего. Из вентиляции. А, вентиляция. Давай, включай. Ну, ты включай. Ну, быстрее. Ждем напарника, надо, написано. Кажется, мы тут застряли. И как выйти отсюда? Тут газ везде ядовит. Ага, эта штука герметична, верно? Нифига мы в какой месте. Как будто мы в лаве внутри находимся сейчас. Слава богу, что эта штука герметична. Ты первый. Ты первый. У тебя здоровья уже мало совсем. Тебе аптечку дать или у тебя есть? У тебя есть. Открывайся. Смотри, есть. Эти штуки все растворились. Нам сюда, я надеюсь, надо. Отдай сюда. А это что за труп тут лежит? Тут тело какое-то. Тут реально тело. Да тут везде эти тела. Я первый раз. Это что за чупакабра мертвая? Ё-моё, кто это? Блин, жалко, и нельзя голову оторвать. Опа, сообщение. Ой, опять это фу. Фу, мерзость опять это. Блин, жалко, мне нет гранатомета. Я бы, наверное, завалил бы ее сейчас. Давай, быстрее сюда. О, еще одна штука. Ты ее выкинул, что ли? Просто. Она не разбилась там, я надеюсь. Вау! Нет. Да блин, твари. Да блин. Это тоже не Нортон. Не Нортон это. Я помню, какой у него был костюм. Почему я замедленный режим пошел? Блин, такие звуки, как будто кого-то тяжело ранили. А на деле нет. Да блин, ну откуда эти твари берутся? Помогите мне, бро. Чересчур много, даже для легкого режима. Блин, тут иногда не запутаешься, кто ты, кто монстр. Потому что здесь темновато бывает. Они закончились или еще? На среднем, а на сложном, а на невозможном. Так, у них тут куча всякой фигни выпадает. Ой. А, я думал, он разбился. Ой, я топор воткнул в нее. Это лед. Ну-ка. Нет, нет, не оторвется. Топор выткни. Так. Ай. Да и с топором пойдет. Да не вытаскивается, застрял крепко. Крепко застряла штука. Интересно, сколько еще нам частей добыть надо? 16. О, блин, а мы всего 2 нашли. Или 3. 6 штук или 3, я не знаю. Мне казалось, только 2. О, и лифт работает. А, освободилась. Ну, без меня уехал. Стой. Работай, панель, работай. Меня надо было подождать. Врубай. Шкафы не открываются. Только один. Нет, открывается. Ой. О. Фу, блюющиеся твари. Д-
Да блин, ну почему их так много, а? Ой, сзади меня тварь. Ты перезаряжаешь. Дебил. 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 Блин. Ты сдох. Чё, я умер? Да. Давай, ты прямо стреляй, я сзади буду стрелять. Давай, давай, иди, иди, иди. Блин, как бесит, когда оружие езжает надо. А! Она меня убьет сейчас. Во, не убила. Да блин. Долго перезаряжаешь оружие. Да все, я убил ее уже. А может, не убил. Заморозка полезная вещь. Да, это точно, но я. Но она уже мертва. Только ты и не пользуешься. Экономить вот, я тоже не могу. Это кто говорит? Это этот говорит. Неужто Даник? Да. У тебя есть робот? Есть. Три. Тут звук, слышишь? Звук оставь. A man of fact and reason, cause and effect. And soon, you'll understand that I'm right about everything. Fuck you. Он чё нам электричество? А, вот. Так, вот шкафы, которые не все открываются. Осмотреть казармы жильцов. А, это опять лифт. Уютный лифт. Так, здесь закрыто. А крутить ее можно? Нет, нельзя. Тут нечего крутить. Куда ты пошел? Давай в лифт. Чтобы эту штуку крутить, надо в станке сделать такую штуку. Ну да. А станка-то тут нет. Ух, надо 16. Может, штук 10 еще надо найти таких. Да я думаю, штук 6 или 3. Ой, блин, опять. Ой, опять эти мелкие психи. Тощие психи, сдохните. Это дети были, наверное. Ну что они были настолько тощими все. Да блин. Про аптечку не забывай. Я не забываю. Что-то много их вообще. На меня три сразу нападают. Я вообще в тупике. Да блин, ну сдохни ты уже наконец, а. На меня с обоих сторон нападают, у меня аптечки закончились, все. Они меня убьют сейчас, у меня аптечка кончилась. Мне конец, мне конец. Блин, он мне шлем оторвал. И голову. Меня тоже убили, у меня кончились аптечки. От них только один плюс, что с них много этих выпадает. А у меня всего одна аптечка была, когда они начали нападать. Лучше куда-нибудь в угол встать, застоять. Да блин, они из углов тоже лезут. Ой, блин! Да блин, ну что-то их вообще много, капец просто как много. У меня опять кончились аптечки, меня сейчас убьют. Руками, я не знаю, там. Да бесполезно руками. Добавляет еще то, что они меня убьют сейчас. Помоги мне. Я опять ранен. И аптечек у меня нет.
А у тебя есть? Или тоже нет? Подбирай. Есть. Ну-ка. Вот еще один гад. На. Куда ты стреляешь? Я не вижу его. Ты вот, в кого? С него аптечка выпала. Ты в кого стреляешь? Я его не видел. О, он исчез. Он. А я вообще не видел. И ты просто стрелял непонятно куда. Галлюцинации. Наверное, может у тебя галлюцинации. Куда жмешь-то? Опять случайно. Да я все время путаю инвентарь. Почему я никогда не путаю? Так. Надо где-то еще крутить. Так, надо. Давай, крути. Где крути? Я там уже покрутил. Так ты мало покрутил, надо, чтобы они совпались. Ну кто-нибудь давай, чтобы с одной стороны стоял. Ну давай уже иди. Блин, вот это. Ну чё она не крутится-то? Она не хочет крутиться, давай. А, вот. Крутится. Надо, чтобы... Надо каждый раз... Да, блин. Надо как-то сделать, чтобы они совпали. Так. Попробуем. Так, у меня вот ровно сейчас стоит. О, стой. А, нет. Ну-ка, покрути. Так вот у меня две ровно сейчас стоят. Ну-ка я попробую теперь покрутить. Нет, она тоже двигается. Кого, от кого там смс пришло? О! Так, чё, встали? Доступ разрешен, да? А, ты добыл этот синтез, который мне через голову проходит. Дай мне его. Дай мне этот чертов синтез. Отлично, я вставил. Давай, запускайся. Ой, побежали оттуда, потому что эти еще прибегут. А, да, вот сюда. Only one way to find out. Let's keep going. Все, по-моему, еще одна осталась. Да? О, у тебя что, ключ был? Открывайся. Открывайся, дебильное чудо. У тебя ключ был? Наверное, я не знаю. Ты где его взял? Я что, доктор? 163rd. Bet they had access to some pretty cool toys. Let's take a look around. Тебе ничего не напоминает это место? Да, напоминает от, вообще из серии второй какой-то, наверное. Нет, когда мы только приземлились. Мне кажется, мы тут были. Мы по любасу тут были. Помнишь, когда мы на эту землю прилетели, первые костюмы мы вот тут взяли? Да, да, я помню два гардероба. Так это просто было. Место похоже. Оно, может... А, ты короче, слушай. Это оно и есть, наверное. Это не сюжетная миссия. Ой, давай-ка назад отойдем. Отойди назад. Если хочешь, можем пойти. Там просто припасы есть. Если не хочешь, можем не идти. Это не сюжет. Блин, я рисковать не хочу. Я тоже. Пошли отсюда. Да, мы здесь уже были. И ты из-за ностальгии даже так же делаешь. Ой. А мы разве не отсюда вышли в предыдущий раз, не? А little trivia, Isaac, to put things in perspective. Fact. The original marker, the black marker, давай found on Earth, predates the rise of mankind. Are you listening to this? Fact. The marker exerts a field of influence that guides and grows biological organisms, evolving them over time towards some greater purpose. Fuck you, ow! Везде что-то досломано.
На меня опять чудик. Ты меня не найдешь, я спрятался. Спрятался ты, а вот у меня здоровья нет. Так ты подойди, найди. Не плюйся, блюющая хрень. Я спрятался. Я спрятался. О, лампочки можно включать. Я пытаюсь тут выбраться, но тут везде... Ты меня найди, я спрятался. Да блин, дай выбраться из этой западни сначала. Ты как Элли, спрятался где-то, а мне тут выбираться, блин. О, тут какая-то штука есть. Нет, она не работает. Блин, меня убило. Вот я так и знал. Да я не заметил еще одну хрень. О, на улице снег пошел. Да что ты говоришь? У нас на улице или в игре? Ну, у нас. У нас? Скорее бы уже. Вот тут я спрятался. А. Давай, заходи быстрее. Зачем она не работает? Думаешь, не работает? Ну мы с тобой проверили. Ах, да, точно. Fuck you. Да ё-моё. Откуда? По-моему, вообще сверху откуда ты. Чуть сейчас вообще было. Я хрен знает, а эта дверь не открывается, что ли? Да блин. Личинок что-то мало. Да блин, опять он говорит это в кругу все. Полчаса уже. Так, осторожно, я сейчас выстрелю, она, возможно, в тебя выстрелит, она и так в тебя выстрелила. Ну ты чё, я... Смотри, сколько у меня здоровья. Тебе аптечку дать? Я бы тебе дал, у меня нету аптечек. У меня здоровья не то, что нету, его вообще нету. А я чё, виноват? Ну, можно лампочки? Ну ты бы сказал, Лёха, отойди. Я, кстати, можно зажигать лампочки вот эти. Ой, я не знал. Стреляв по ним. Так, смотрим, везде могут быть личинки. Вот здесь... Я ее слышу, но не вижу. Вот эта личинка, которая прямо убила меня. Эта штука не... А, нет, работает, я неправильно защитил. Побежали быстрее! Куда побежали? Где выход? Беги! Ну ты чё тупишь-то? Так я не знаю куда. Ну, ты тоже логично, умер. Логично, если газ выбрался, значит надо бежать в ту кабину. В ту кабину. Я вообще не понял, куда там бежать надо. Опять личинка! Ну вот в эту, куда еще? Даник, shut the fuck up, блин. Мака, макака. Беги. Я не успел. Мне хана, я умер. Прикалываюсь. Я прикалываюсь, я не успел. Меня она задела и все. Я загорелся и не мог ничего с этим сделать. Блин, господи, ну как неожиданно. Прячься сразу. И готовься нажимать кнопку. Прячься. Чё спрячься? Да не туда. Вот да блин, ну куда? И готовься нажимать кнопку. Ну, заходи. Жди меня. Быстрее. А чё, подождать нельзя, пока ты забежишь сюда? Ну так я ж говорю, жди меня там. Я сейчас бегу уже. Я ж эту штуку активирую. Лампа, зажигайся. Да ты быстрее нажимай кнопку, мы сейчас сгорим нафиг. Фух, какое говно. Неужто мы смогли?
Так, станок тут, оказывается, еще есть. Да блин, не надо мне новое оружие. Обойма, 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 обойма. Ну и, собственно, на этом все. Аптечку сделать нельзя, у меня ее нет. Наконец-то я могу сделать оружие. Так, надо зайти в эту дурацкую дверь. Открывайся. Блин, тут какой-то круг дьявольский нарисован. Тут шкафы можно открыть. Давай там делай быстрее, да заходим в тайную комнату. Я сейчас попробую воссоздать мое оружие, которое у меня было до того. Давай его создавай быстрее, я тут... Нифига себе, тут можно пулеметы сделать огроменные. Все, наконец-то. Ты перестал копать там уже свое. Все, погнали. Только не умереть. Вот сейчас нельзя умирать, а то опять придется. Да блин. Еще бесит, что ты копаешь точно. Так, это не Нортон случайно? Нет, не Нортон, не похож. Но он точно будет, я прям помню. Да блин, ну сдохните, твари. Меня тяжело ранили. А аптечек мало. Я тебя спас, и мне дали... Отлично. Какое-то достижение. Это достижение-то нам не поможет в прохождении достижения. Ну почему их так много, а? О, аптечка выпала. Там еще есть. Да блин, ну откуда их так много, а? Да не закончится, а? Так, батарея стазисная выпала или нет? Или не батарея, блин, я не помню, что такое. Ё-моё. Сейчас еще будут. Задница прям чую. О, смотри, что нашел. Да, еще одну хрень, вставляй скорее. Куда вставлять-то? А. Жалко, перелезть нельзя через забор. О, тут робот. Так, я вставлю. Давай, вставляй себе. Робота можно поставить? А почему у меня их два всего? У меня же их три было. Потому что один у тебя ползает. Тебя три робота? Было три. Сейчас совсем только один. Совсем обалдел. Ух, мы уже почти мотора. Час записываем из-за того, что ты копаешься полчаса. Ну, минут 20. Да ё-моё, это еще что за пузатые твари? Назад! Ой, аптечка надо, мне же мало здоровья. Ой, красные каки. Давай, красные каки, умирайте. Ай! Пузатая тварь сзади. А, нет, не пузатая. Это беременная. Почему беременная? Может, они просто были жердяями? Ну, не знаю. Ну, как? Ну, в первой части такие точно беременные. Я видео смотрел. Кларк где-то там, продолжайте искать. Я стараюсь. Блин, этот Даник меня задолбал уже. Ошибка передачи или что там? Ай-я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 й! Быстрее, нас заметили! Блин, куда бежать? Тут тупик. Ну туда! Блин... Как же меня задолбал этот Даник уже. Так, сдохни. Бежим быстрее. Ой, это что такое? Что это такое? Ты тоже видел это?
Вот это видел сейчас. Значит, это не галлюцинация, это... А, опять эти куски говна. Это что такое быстрое? Ё-моё! Умри, тварь! Какая-то штука быстрая-то. Нет, это не Нортон. Да умри, блин! Блин, оружие. Блин, она так машет руками по тебе, что смешно даже становится. Да блин, умри, тварь. На-на-на. Говно какое-то. Да все, хватит. Он уже готов. О, гадкая. Шустрая такая. По-моему, Нортона не было среди них. А может и был, но по-моему не было. Да, я большой кусок буду обрезать. Мы что, опять здесь? Походу, да. Что-то гардероб сломался. Ну и черт с ним, зато... Опа! Что такое? Это что такое? О! Ты чё? Чё с тобой? Чё-моё? Не... Я, кажется, отравился. Ты это видел? Да, видел. Меня кажется, отравили монстры. Нет, это были галлюцинации. Но я тоже их видел. Да блин, умри, зараза. Ну у тебя с лицом, да у тебя все нормально. Это мне просто показалось. Ой, я испугался. А куда нам идти? Я думал, кто это ты. Нам туда надо. Во всяком случае, а, у тебя ключ был? Открывайся ты, зараза. Так, а мы туда же заходили, почему? Нам теперь обратно надо идти. Нет, тут нас не было. Вот здесь-то не было. Пилорез. Пилорез. Geo-02. Твою маковку. Осторожно. А? Да... Опять черный экран у меня. А! Откуда она взялась? Нифига себе, мое оружие их с первого раза убивает. Да, вот только оно на меня как-то напало внезапно. Я говорю, мое оружие их с первого раза. Да, я слышал убивает. Уже все. Куда нам идти? Туда. Лифт, открывайся. Открывайся быстрее. Роли на руке, а мы на гелике. Цибилизм какой. Сейчас уже записываем. Задолбал плясать уже. Всё это будет мы, это мы молимся, наверное, таким эффектным способом. Так, куда нам? В ту сторону? Да, в ту сторону. Еще психи. О, мадафака. Оно меня забодало. Мне конец. Ты наверное. Чё, умер? Нет. Нет, она мне... Я умер, да. Она мне руку оторвала. А ты меня видел, да? Нет, не видел. Меня монстры окружили, загородили, я тебя не видел. Так я, кстати, тебе аптечки подошел. Закончились. Нету ни одной. Тогда не вылази. О, откуда она? А! Там некроморф.
Они прячутся. Да блин. Что-то и много их вообще. Их чересчур много. Пока перезаряжает оружие, они нападают на меня. Аптечка, аптечка, аптечка. Скорее. А, еще сзади. Да какого хрена? Стой! Воу! Вот это был классный момент, я тебя сейчас так спас. Блин, я не видел, кстати, ничего. Как я его записал, я 30 секунд последний записал. Отлично, у тебя здоровья мало очень. Аптечка, я тебя потом отправлю. Аптечка, аптечка. Тут робота можно оставить. Да. Ты что, звук не слышишь, что ли? Нет. Такой тррр, тррр. Нет. ППП, ППП. Оставляю робота здесь. А они, кстати, когда умирают, они пропадают? Что ли? Кто? Ну, эти монстры. Ну, чтобы игра нормальная, да. По-моему, Нортон был среди них. Ой, надоело уже. Мы заканчиваем, когда будем. Perhaps even more so. We must all act our part in the natural evolution of the universe, Isaac. Something you seem rather reluctant to accept. Shut up. Давай заканчивать уже наконец. Ну давай. Ладно. Леха там будет опять творить хрень полчаса. Поэтому мы закончим на этом. С вас. Лайкос и подписос. Ну и также. Ой, точнее, с нас. Эпичные видосы. Подписывайтесь на канал Максимадзе. И чё хочу, то ворочу ТВ. Всем пока!